Покупай и продавай странные бриллианты, а также другие игровые ценности на сайте киберлот.ру. Ссылка в описании. Друзья, всем привет, меня зовут Алмёр. В этом видео я вам расскажу про титулы. Титулы — это, скажем так, ваше второе имя, да, которое титул вы получаете в игре, вы можете выбрать его. И вот под вашим ником будет написан ваш титул, затем ваше содружество, ну или союз, если вы не уберете здесь галочку «Использовать ранг союза». Вот. Титулы выбираются здесь в истории, вот это всплывающее контекстное меню, здесь вы можете выбрать титул, который вы заработали. Ну вот, а как заработать, я покажу вам в этом видео, как заработать титулы. Найти эти титулы можно в дневнике, в разделе «Достижения». Здесь они опять-таки также идут и по критериям, да, задачи, основные, особые, компании, ПВП. Посмотрите то, что у вас есть, вы можете, нажав галочку, убрав галочку, посмотреть, что вы можете достичь, можно поставить дополнительную галочку. И, соответственно, здесь вы можете посмотреть, что, какие вы получите, какие ачивочку вы получите за то, что вы сделаете определенные достижения. Допустим, если вы убьете 1000 архонтов воды, вы получите достижение истребителя архонтов воды. Дальше в видео я покажу, как я получил ачивочку истребителя архонтов огня. Соответственно, вот она дается за 1000 архонтов огня. И прошел, тоже покажу одно достижение, как я получил за подземелье. Каждый может под себя подобрать, что он здесь хочет, поискать, порыться. Если вы не знали, если видео было вам полезно, ставьте палец вверх. И дальше смотрим, как я зарабатываю себе ачивочки. Так, первая ачивка, это, как я уже говорил ранее, достижение по убийству 1000 архонтов огня. Почему их так легко и набил я в свое время много, это будет ясно уже из второго достижения. Так как я раньше фармил очень часто подземелье Корундакс, сейчас его эпического нету, но раньше там было хорошее пиротехническое колечко падало, и поэтому я его фармил, и архонтов огня довольно большое количество убито. Сейчас опять-таки в личном квартале тоже мы бьем архонтов огня, и поэтому возможно будет проще набить такое же достижение, как сейчас я здесь получил истребителя архонта огня. Может быть, кому-то понравится такое достижение, ну, скажем так, допустим, истребитель драконов тоже смотрится очень неплохо. Вот. Дальше второе достижение — это скалолаз. Скалолаз, его там нужно выполнить несколько условий, но мне не хватало пройти подземелье Корундакс, причем пройти подземелье Корундакс в обычном виде. Если в эпическом я его проходил, там, скажем, десятки раз, то в обычном виде, видимо, никогда до него так и не дошел. И поэтому пришлось сюда прибежать. Подземелье простое, в принципе, бежишь практически все время до следующих ворот, до босса. И до конца добегаешь, единственный там момент на втором или третьем боссе иногда подзастрять, и приходится перезаходить данж, там забагивается бой. Здесь все элементарно, убиваем дракона и получаем свою ачивочку скалолаз. То есть, допустим, если вы делали, допустим, если у вас ник был Сильвестр Сталлоне, то скалолаз как раз таки очень четко подойдет к вашему нику. Если видео было вам полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, приходите на воскресные стримы, и всем спасибо за внимание, всем пока!